патрульная полиция вот у нас едет. Без света что едет? Это пункт 9-8. Выехали за межи населеного пункта. Потрібно вмикати ближнє ста. Не надо мне камеру. Успокойся. Ти хто такой вообще? Ти що? Ти що, герой или що? Ти герой? Успокойтесь, вы ведете. Да я сейчас успокоюсь. Ты кто такие вообще? Ты что, мне запрещаешь камеру включать? Патрульная полиция, лейтенант Пиц. Я говорю, не документы тыкайте, свои, быстро. Не тыкайте мне камеру. Я говорю, документы. Не тыкайте мне камеру. Может. Документы. Водитель. Я говорю, документы сюда. Вы меня услышали? Ты что, плохо понимаешь или что? Вы меня услышали или нет? Надя, иди сюда. Дай мой мобиль. Что? Где свет горит? Вон горит свет. Вам не видно свет? Свет горит у вас? Что ты хотел вообще? Ты скажи. Свет горит у вас? Что это горит у вас? Подожди, противотуманки? Подожди, на. Да подожди, не туда заваливай. Пункт 9-8. С первого жопа. Первого травма. Вы что? Свои включать. Подожди, подожди, подожди. Да подожди ты, что ты не разобрал. Дорожное движение. Пойдемте к автомобилю. Нет, я говорю, тебе надо, сам сюда иди. Сейчас пойду. Женя, иди сюда. Возьми планшет. Сейчас. Сейчас я планшет возьму. Давай, бери планшет. Я все беру. Да подожди, ты можешь не болтать. Ти на прицеп, глянь. Ти не той номер дивишся. Доброго дня. Здравствуйте. Ваше звання какое? Рядовий поліції. Рядовий поліції. Так точно. Ви мені, пожалуйста, представтесь. Рядовой полиции Ниченко Евгений Александрович. Я хочу побачить ваше посвящение. Подождите, подождите, я его не снимаю. Я на вас. То показывайте подойдите, мне. Подойдите ближе и подивите. Я бачу, я не слепый. Мне не ближе, показывайте удостоверение. Не на камеру снимайте, пожалуйста. Нет, я жалю, что нет. Вы подивитесь. Тогда уберите камеру, я побачите у меня на канале, там не будет. Фамилию вашу. Ниченко говорить фамилию. Евгений Александрович. Я должен, давайте на него, вы показывайте мне. Так. Униченко Евгений Александрович. О, так мы же знакомы. А? Ваше водительское посвящение, будь ласка, води. Вас зупинили. Ваши документы. Правил дорожнего ваши руху. Документы. Пункт 9-8. Я говорю, ваши документы. Вот так вам видно ваше? Так, Пиц Руслан Сергеевич. Тепер мені треба докази і адвоката. Адвоката викликати. Я говорю, мені адвоката. У мене є рішення Верховного суду в тому, що ви повинні мені дати надо адвоката. Адвоката. Давайте. Викликайте адвоката. Алло. Пожалуйста. Значить, Касьянник Юрій Ефімович, місто Кривий Ріг. Значить, Дніпровське шосе між Кривим Рогом, да, і населеними пунктами. Знаки не встановлені. При выезде с Кривого Рога Коломойского пересечение на Дніпровском шоссе. До мене пристав лейтенант и младший рядовий. Автомобиль патрульного это 0212. Да, они, значит, мне не дают адвоката. Не давали мне посвящения.
Вони подивилися, що в мене одеські номера. Я сам одесіт. Да. У них який? Volkswagen. Ну я ж на камеру казати не буду. Значить, давайте записуйте їх і мені, пожалуйста, сюди в підгрупу. З Долгинцевського. Передайте їм дежурну частку. Зараз ми будемо на них составляти за кримінальний злочин. Перевищення власті служебних повномочень. Да. Що вони роблять тут за Кривим Рогом, що вони роблять за містом? Ну, звісно, да. Вони стояли з посадки, вилізли. Да, давайте мені опергрупу. Зараз. Зараз будемо докази. Значить, дивіться. Давай, ні, документи ніхто тобі давати не буде, тому що докази, докази мені. Потім будемо дивитися мої документи. Будемо виясняти, що ти хотів від мене. Які? Що конкретно? Вон 9-8. Що це таке? Не треба мені розказувати. Ти мені розказуй, що я порушив. Ні, переводи на мій язик. На ваш язик? На який на ваш? На сільський, на мій. На сільський? Так, оту землю, я що я скупляю у селюков. Ти що не розумієш? Уже закон вийшов. Так, селюк. Селюк? А що, ти не селюк, ти май маску. Я хочу подивитися, хто такий. Зараз карантин. Ти що тут людей останавливаєш? Ти що, розпространяєш тут віруси, чи що? От іменно, оденьте маску, пожалуйста. Давай маску сюди. Тебе служебна маска? Маска. Чи гражданська? Хто тобі її видав? Де ти її взяв? Яка різниця? Де ти взяв цю маску? Я її там взяв. Давай чек мені на цю маску. Де ти її приобрел? Може, ти чек на бронежилет не дати? Давай! Давай на бронежилет! Ти що? Ти що взагалі тут припух? А? Документи ми ваші побачимо чи ні? Ні, ти їх не побачиш. Побачиш тільки тоді, коли я посчитаю нужним мої документи. На пункту 2.3 пред'явіть водійське посвідчення. Навіщо? Та свідоцтво про реєстрацію. Навіщо вони тобі треба? По базі даних можеш перевірити. Ви повинні мати про себе. Та ти що? Я б мало що, в мене презервативи є в кармані. Ти знаєш це? Хочеш покажу тобі? Жінки свої покажуть. Та ти що? Да. Ти умничка, тебе є жінка. Тебе є жінка взагалі. Яка різниця? Разница, ты хоть на украинский, чи на российский уже давай. Трещи, да. На сельский. Да ты на твоей сельский. В какой ты области припился? А? В той, в которой мы сейчас находимся. Да ты области. Что? Да. Дай юридический адрес тебе. Кого? Юридический адрес ведь. Мой? Твой, да. Там, где ты служишь. Ты что, Бога понимаешь? Или что? 11. Ты что не кажешь? Тебе юридичний адрес в Києві. Ти там на роботу устраивався. А тут ти командировочний. Так от ти должен мені документи предоставити, то що ти командировочний. Да. Та пробивай, ти номер прицепа прибрай. Так, да, добрий день. Так, да, ось от тут два артиста, клієнта, патрульної поліції. Коротше, я тут з жіночкою. Вони на мене нападають, так. Да. Мені, так, да, ось я підніпав за городом. Зразу. Я не знаю, що вони тут роблять взагалі. Ось. Да, за мостом ось тут вони стоять, всіх ловлять, короче. Вот, да, а? Немає, вони виїхали на косу сюди, вони тут всіх тормозять. І документи требують, тут ось кріпак один, взагалі тут оборзел. Да, мені треба опергрупу, зараз ми, да, будемо розбиратися, що вони тут на косі ділять. За знаком, ось... От де очисні, очисні. Да.
А? Не... Что ты говоришь? Маршрут, да. А, алло. Да, по Днепр шоссе, тут за городом, где честные? Где честные? А они что тут делают? Вы мне скажите, что делают с Волгоградской сельской территории. Маршрут следования, у вас есть документы? Что вы тут делаете? Что вы делаете в сельской территории? Путевой лист есть у вас? Говорят, что это дело. Опергруппа. Что вы тут делаете за городом? Как вы тут очутились? Как вы очутились за городом? Что вы делаете? Вы Криворожские или чьи? Обслуживаем район. Давайте документы, что вы тут обслуживаете. Вам тут это сельский, вам сельский район. Алло, сельский район. 402. Да нема у них тут ничего. Они тут на косе ездят, вот все подряд останавливают и тут гонят беса. Пробейте мне, пожалуйста, в лице. Ну а кто ж, конечно. Что-что? Так я их и так снимаю, конечно. Да, вот тут вообще тут вот, клиент, он вообще... Ну так они что-то подивиться, что они тут чудят. Він виїхав на сільську територію і тут починає гнати. Він побачив у мене японську сільську ту саму, чуєте? Йому сильно понравилось, він же ж селюк, кріпачок. Все, давайте передавайте, пожалуйста, на сільську. Алло. Алло. Дай мені шапку на голову. Касьяник Юрій Юхімович. Да, да. От молодой человек. Згідно пункту правил дорожнього руху 9.8. Включайте, будь ласка, ближнього світла фар. Пристебуйтесь. Як вас правильно назвати? Пристебуйтесь ремнем пасивної смотри, безпеки. Смотри, смотри. Давайте я вам на вы. Подожди. Нет, нет. Что, вы уважения не имеете? Нет, я тебя не уважаю. Вот усього я уважаю молодого человека. Возьмите. Помните? Я вам представился, мы удостоверение. Смотри, Руслан. Да. Руслан, смотри, какая ситуация. Я тебе сейчас объясню, и ты все поймешь. Не, мне объяснять вот не надо. Все, объяснять вот тут, буду я. Подожди, вам, подожди, не объяснять надо. Буду я. Нет. Вы сейчас находитесь на трассе, аж 11. Включайте, пожалуйста, ближний свет фар и пристегивайтесь ремнем безопасности. Ты ж меня послушай, что я скажу. Я вам буду говорить. Это территория города. Ты что, вы находитесь понимаешь? На трассе, аж 11. Я тебе еще раз рассказываю, где тут стоит знак. Где стоит знак, что это не территория Кривого Рога?
Ты плохо понимаешь? Покажи мне это знак. Это Криворижский район. Покажи мне знак. А что ты знаешь? Покажи мне знак. Знак мне покажи. Закончился населенный пункт. Я еду оттуда. Откуда оттуда? Вон оттуда, ва, Серега. Оттуда ва, я еду. Я не еду оттуда, что ты мне показываешь. Вон, ты что? Диви, как машина стоит. Глянь, как она стоит. Ты что, не понимаешь, и что? Машина стоит, я что? Как я туда мог ехать? Против движения или что? Как я мог ехать сюда? Я что, против движения должен ехать? Здесь таблички, трасса. Где? Покажи мне, покажи. Покажи, поехали на твоей машине пока. Вы что, не видите? Нет, не вижу, нету. Я его не видел, потому что его там нету. Участок дороги 135. Где пока, где? Что это за табличка? Я выехал. Да я еду по кривому логу, ты что? Нет, вы на трассе. Где, покажи мне, что конец города закончился. Поехали туда. Разворачивайтесь, я вам покажу. Не буду разворачиваться, ты что? Давайте поедем. Да ты что, башляй. В смысле? Як в смысле? Смотрите, поедем, я вам сейчас покажу. Плати бабки, бабки плати. Километр стоит 50 гривен. Что, непонятно, что? Аж 11 везде. Я тебе еще раз объясняю. Я тебе еще, Сергей, я тебе еще раз объясняю. Там нету знака. Конец. Сергей, ты Сергей. То Роман, то еще. Да. Вы хоть запоминайте имена, если вы уже поедете. А, ты Сергеевич, я понял, да. Да, папа твой Сережа. Да, да. Угу. Давай, составляй бумаги, я поехал. Ты ж забыл, что я косяник. Давай, свет составляй. Включайте. Составляй нам эту бумагу. Свет включайте. Составляй нам эту бумагу. Протоколы составляй, я поехал. Постановление. Да, в суде будем встречаться. Постановление. В суде, да, постановление. И свитки. За несутностью... Я говорю, давай мне свитки сюда. Доказы мне. Доказы мне, давай. Так, я сейчас выключу, и сейчас я включу. Лишнего светлофар завис.